И вон наверху какой-то замок. Не знаю, попробую сходить. Никогда не было, не знаю, что там. Ну, поэтому будет вдвойне интересней. Идем. Идем, идем, идем. Вообще французы очень вежливые, и они постоянно уступают дорогу пешеходам. Что не может не радовать, конечно же. Куда мы подходим? Какой интересный замок. С каким-то рыцарем головой. Ай, блин, здесь закрыто, походу. Ну, попробуем пройти этой дорогой. Ну, вон, люди ходят. Не знаем. Ну, вот и вид. А что? Мне нравится. Вот как Каны выглядят с высоты. Хорошие домики. Хорошая погода. Но у нас есть еще шанс забраться выше, да? Куда мы можем забраться? Чуть-чуть подняться. Вот он. Только, блин, к сожалению, мы не знаем, что это такое. Вот и замок. Красота, не правда ли? И очень вообще красивый вид на все Каны. Ну что, идем вовнутрь, посмотрим, что здесь такого красивого. Прохладно, уже хорошо. Кан. Сюда должен быть очень красивый вид. Ну, пройдем, ребят. Просто решился пройтись по дворикам. Вот, сторожевой пес. Услышал меня, сейчас будет гавкать. Лучше пойдем подальше. А то может закусать. Слышите, как птички поют? А еще очень сильно пахнет цветами. Правда, не знаю какими, но как вы успели заметить, видите, на балкончиках у всех какие-то цветочки. Так, и куда мы теперь пойдем? Ну, так как нам пора уже, наверное, скорее всего, на яхту, пойдем в эту сторону. Как-то так интересно ходить по таким маленьким улочкам, по которым машины не смогут проехать. Но зато очень много мопедов. Так, и снова у нас есть два варианта. Либо направо, либо налево. Ну, пойдем налево. Mm-hmm.
Интересно. Вуаля. И куда-то мы вышли. Пройдемся по этой улочке. Ресторанной. Какая милашка. Приятного аппетита, ребята. Ну еще пустые, потому что еще не вечер. Я думаю, чуть-чуть попозже здесь будет все забито. Ну, куда бы выбрать дорогу? Ну, давайте попробуем, ребят, пройтись немножко в эту сторону. Бандиты. Ну как, вам нравится? Поэтому не сидите дома, а путешествуйте. Подрывайте свои попы и в бой.